Управлении Росгвардии по Республике Дагестан прошло торжественное собрание, приуроченное к 213-й годовщине образования войск правопорядка и 8-й годовщине образования Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Перед началом мероприятия бойцы отрядов особого назначения «Скорпион», «Каспий», «Горец», «Ягуар» и «Собр», «Ястреб», «Каспий» возложили цветы к памятникам погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей и почтили их память с минуты молчания. В торжественном собрании приняли участие в РИУ начальника регионального управления Росгвардии полковник Антон Зуев, заместители начальника территориального органа, командиры подразделений и личный состав ведомства. Полковник Антон Зуев поздравил присутствующих и отметил, что во все времена воины правопорядка стояли на защите государственных интересов, всегда были и остаются надежной опорой для Родины. В рамках мероприятия отличившимся росгвардейцам были вручены государственные и ведомственные награды, ценные подарки и благодарности.